Всем привет! Очередная распаковочка AliExpress. Здесь у меня несколько посылок. Это товары, которые я выиграл за монет AliExpress, получил за 1 цент. Здесь внутри несколько посылок. Здесь, скорее всего, чехол. Давайте с него и начнем. Я уже выиграл кучу чехлов. Вот такой вот чехол с яблочком. Не пойму, то ли небо, то ли океан. Скорее всего, небо. Напишу при монтаже, что за модель. Если кому нужно, забирайте Алматы. 200 тенге отдам. Здесь должно быть много посылок. Да. Давайте с маленьких начнем. Очередной астрологический браслет. Здесь у меня Овен. Поближе покажу. Вот такой вот браслетик. Он еще должен светиться в темноте, но сейчас не видно будет. Следующий. Так, здесь я чувствую еще один браслет. По-моему, дева должна быть еще и еще какой-то. Здесь у нас кто? Это дева. Дева, смотрите. Ну-ка, может, еще есть? Нет. Здесь, смотрите, какая-то круглая посылочка. И что здесь такое? Какая-то картина? Типа руки. Я вообще сначала думал, что они из проволоки, когда смотрел в магазине товар. Так, а здесь какая-то большая посылочка. Коробочка, смотрите. А, это уже на продажу, это брелочки. Мы просили заказать от сигнализации брелочки. Еще нужно будет собрать, здесь еще наклеечки. Вот такая визиточка. В общем, такая распаковочка на сегодня. Если вас заинтересовал какой-то из этих товаров, то после каждого товара я вставлю QR-ссылку. Можете поставить видео на паузу и отсканировать QR-код через приложение AliExpress. Если вы с Алматы, то можете купить. Отдам дешево.